Всем привет! Сегодня хочу показать вам такой момент вязания. Часто бывает, что мы вяжем, 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 у нас идет нитка из мотка, то есть еще прилично довольно много нитки, но в нитке попадается брак. Сейчас я настрою фокус. Вот, смотрите, но такой ниткой точно нельзя вязать. Что делаю в таком случае я? Чтобы не обрезать эту нитку здесь, потом обрезать здесь, потом завязывать узелок, да, это все долго муторно, а если попадается несколько таких кусочков подряд, то это вообще долго. То есть вот мы вяжем по рисунку, видим, что у нас впереди идет брак, начинаем делать следующий столбик. Все, наверное, знают, как менять цвет. Кстати, я не записывала это видео. Ну ладно. Берем, пропускаем весь брак, где у нас заканчивается, ищем. Немножко дальше получается. Берем этот кусочек. И уже с этого места мы заканчиваем наш столбик. Подтягиваем здесь ниточки. Вот у нас весь брак остается здесь. И дальше мы просто немножко прокладываем его, вяжем вместе с этой ниткой вот таким образом. Дальше по рисунку у меня тут идет прибавка. Ну вот, допустим, два столбика мы провязали, все, убираем эту нитку и вяжем дальше по рисунку, что у нас там идет в игрушке. Сейчас я провяжу пару рапортов и покажу. Вот с лицевой стороны у нас все красиво, ничего нигде не мешает. С изнаночной стороны вот наша нитка, она нигде не вылезет, никуда не денется, все будет красиво и аккуратно и экономит время и нервы. Пользуйтесь, вяжите. Всем пока-пока.